І хто сьогодні буде відповідати на мої ваші запитання? Скачко Борис Глібович – лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог, автор понад 40 наукових статей, 50 книг та брошур. Блогер, написав більше 1000 статей в газетах та журналах. Пане Борисе, дякую, що ви приїхали до нашої студії. Дозвольте на початку нагадати усім глядачам про нашу телефонну лінію. Вона, звичайно, для вас працює, а номер він незмінний. 490-11-34. Чекаємо на ваші запитання. Ви знаєте, як кажуть деякі дієтологи, що зараз вже краще приймати по одній-дві ложці майонезу, щоб потім не було такого майонезного шоку для нашого організму на свята. Ну, це, звичайно, жарти. Але, в принципі, я думаю, що про такі неприємні наслідки, симптоми, як печія, біль у шлунку, метеоризми, надмірне газоутворення, взуття живота, краще говорити перед святами, ніж потім вже серйозно лікуватися. Зараз пропоную почати з печії. Наскільки це небезпечно, тому що дуже багато наших глядачів, вони воліють краще це перетерпіти або ж прийняти якусь таблетку і більше ніяк на це не реагувати. Наскільки печія може бути взагалі небезпечною? Ну, изжога, она не опасна, но она создает приличный дискомфорт. Так. И ее проще предупредить, чем с нею бороться. Просто изжога показывает, что желудок на ту пищу, которая была в него помещена, он ее переварил не совсем правильно. Там, возможно, образовалось мало желудочного сока, сфинктер не закрыт, и при сокращении желудка содержимое желудка оказалось пищевой. Но это дуже дискомфортно. От конечно. Поїв щось не те, и одразу печія. Да, но вот эта антиперистальтика желудка, в принципе, ну, процентов 80, наверное, можно ее устранить банальной, простой штукой, называется режим питания. То есть, если человек кушает по времени, то и желудок работает лучше, и антиперистальтика не возникнет. А как зрозуміти, что тебе треба їсти, а что не треба їсти, чтобы не было печії? Что означает відреагувати? Сам, взагалі, ты можешь ось так зробити свій раціон харчування, чтобы печії не было, и взагалі, як самостійно дізнатися, які продукты є для тебе небезпечними? Ну, у более молодых людей изжога связана с тем, что образуется слишком много сока. Опять-таки, на фоне отсутствия режима питания. И вот, кислое содержимое попадает в пищевод, появляется эрозивный тот самый эзофагит, и еще раз, для жизни нет, но для качества жизни серьезное нарушение. Люди начинают глотать, начинают самое простое, самое опасное и бесполезное в отдаленной перспективе, больше того, опасное для жизни. Обычная сода. И раз кислота, глотнул соды, сода нейтрализовала кислоту, образовалась новая порция углекислого газа, которая раздражает желудок, и опять появилась изжога. Но это очень распространенный метод, про который вы говорите. Да. И ним очень много людей користуются, и таким самым можно жить роками. Ну, годами, да, все зависит от исходного состояния желудка. Потому что каждая порция соды, попадая в желудок, это следующий шаг к атрофическому гастриту, за которым идет рак желудка, который великолепно возникает в щелочных условиях. Тобто не стільки печія не є небезпечною, скільки от те саме лікування може призвести навіть до онкопатології. Конечно, рак желудка возникает в щелочных условиях, и это было известно больше 100 лет назад. У нас є ще запитання, будь ласка, 490-11-34, дуже актуальна тема сьогодні. Будь ласка, що вас турбує? Алло. Будь ласка, чи є у нас запитання? Алло. Давайте ще трішки почекаємо. Зараз говоримо про печію, якщо ця тема вас турбує. Ми чекаємо на ваші запитання. Тож, саме лікування. Ми з вами з'ясували, що це дуже небезпечно. Тоді виникає наступне запитання. Як пролікуватися правильно, щоб, в принципі, тебе, ну, печія більше не турбувала. Ви сказали про певний режим харчування. Але, знову ж таки, я повторюся, як дізнатися, які продукти тобі вживати не можна? Ну, нужно исследовать пищеварительную систему и понять, что в ней происходит, как переваривается пища. Для этого нужно делать там УЗИ, гастроскопию, капрограмму. То есть это анализы доступные, их можно сделать и по ним понимать, какие процессы происходят в пищеварительной системе. Но изжога может появляться и при нулевой кислотности. Пища попадает в желудок, начинает там бродить, потому что желудочного сока мало, соляной кислоты, как правило, в этом случае нет. Пища бродит, брожение вызывает тоже кислоты, и кислоты, спокойно поднимаясь по пищеводу, показывают себя наличием изжоги.
Это тоже вариант, это антипод, если там слишком высокая кислотность, слишком высокое выделение желудочного сока, то здесь наоборот все в обратную сторону. И вот это вот, кстати, вот в теме прозвучал хронический панкреатит, очень часто сопутствует. Про панкреатит, гастрит... за что будем говорить очень детально, будь ласка, ваше запитание 490-11-34, алло. Чи ви до нас вже приєдналися? Алло. Алло. Раді вас чути. Будь ласка, представтеся. Звідки ви телефонуєте? Ваше запитання. Алло. Алло, будь ласка, ваше запитання. Моє, значить, мені в своє время зробили, у мене було профузне кровотечення, зробили операцію. Резекція на 12 перстах по фенестеру, или, як говорять, Берлерот 2. У мене сильні запроси желчі, кислотність. Ну, очень низкая. И вот у меня излишний вес, как говорится, но сильно очень много, когда делаю фиброгастроскопию, выбрасывается желчь с такой силой, что у меня идет, печет горло, все аж сгорает. И поэтому я на ночь, если я на ночь не съем много, я кончаюсь. Поэтому у меня вес, я вот это самое на ночь, так могу целый день не есть, немножко позавтракать, могу без обеда. Дякую вам за ваше запитання, дякую, що подзвонили, міцного здоров'я. Що можна порекомендувати? Ну, здесь, кроме того, что человек должен чаще питаться, тут другой рекомендации не дашь, потому что операция нарушает, скажем так, естественное состояние желудка. И если желудок забрасывается, то единственный способ ее инактивировать – это просто принять еду. Але ви правильно, дуже коректно сказали, не більше харчуватися, а частіше. Да, тут только чаще, чтобы едой связывать, в данном случае уже желчь. Але порції які мають бути? Людина каже, що на ніч вона має добре наїстися, щоб не було печії. Чи це означає, що просто вона має кілька разів, але дрібненько поїсти? Не обов'язково так багато з'їдати на ніч? Чи як? Ну, він може з'їсти і немного їди, але вона повинна подольше переварюватися. Тобто тут потрібно нарушати закони дієтології і на ніч все-таки кушати більш плотну пищу. Я маю в виду рибу якусь або птицю. Вони відносно довго переварюються, у нього буде час для сна, щоб піща на якесь час заблокувала желудок і не було контакта с желчью. Но вот изжога, тут, конечно, это если он долго не ест, желчь накапливается, и действительно реально большое количество желчи будет идти. Просто во время гастроскопии ее сделают натощак. А человек кушал за ужином, то есть у него желудок априори пустой, и только зайди гастроскопом, может быть, спровоцируй механический желчный пузырь, и он вам выдаст всю ночную порцию желчи, все, что он собрал за ночь. Поэтому здесь... я бы хотела, чтобы вы дали, возможно, какую-то практичную рекомендацию. Вот есть напад, я так это назову, напад печії. И вот сейчас людина має что-то сделать. Зрозуміло, что вы правильно сказали, что треба певні дослідження зробити, відредагувати свій режим харчування. Але коли вже це сталося? Ну, це ж нестерпно, коли є ця печія. Як собі допомогти, якщо соден не можна? Ну, це дуже розповсюджений метод. Ну, есть и аналогичные препараты, как правило, они тоже на основе соды, но вяжущие жидкости. Можно, кстати, выпить кисель. Кисель вязкий, он свяжет на себя какую-то часть содержимого желудка, которое попало в пищевод, ощущения будут меньше. Можно заварить там, сделать настой или отвар даже из корня аира. Корневище аира можно использовать в данном случае, оно тоже немножко погасит. Можно использовать картофельный сок. Он тоже обладает вязкими свойствами и тоже, ну, обволакивая пищевод, он способствует, скажем так, уменьшению изжоги. Но после, можно, в принципе, и соду выпить. Но после этого, понимая, что каждая следующая порция соды – это путь в рак желудка, ну, нормалізуй себе питання. Не попадай в цю ізжогу. Люди, які мають такі хронічні напади печії, от зараз перед святами, перед святковими застіллями, от на що ви б рекомендували взагалі надивитися, взагалі обходити стороною, які продукти? Ну, в даному випадку, скажем, не продукти, а їх кількість. Тому що переповнення желудка за столом способствує те, у кого ізжога є, вона у них возникне легше. Потому что переполнение желудка, и здесь вариант с рефлюксом будет. Больше того, тут еще что может быть? Физические нагрузки. То есть, если человек, скажем, перекусил, пусть даже не очень много, но он пошел и решил потанцевать. Физическая нагрузка, активируется движение желудка, и тут тоже может быть изжога. Наклоняться нельзя. Наклон вперед тоже способствует образованию изжоги, потому что легче идет заброс. Очень важно вот во время череды праздников быть умеренным в еде еще по одной причине. Набор веса сам по себе
провоцирует образование грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. И здесь уже изжога будет по любому поводу и даже без повода. И пока человек не сбросит вес, он от изжоги не избавится. Поэтому те, кто имеют избыточный вес, им не нужно не столько лечиться нужно, сколько просто наладить все правильное питание, сбросить лишние килограммы. Я вам дякую, будь ласка, у нас еще запитання. 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути. Якщо не важко, представтеся, звідки ви телефонуєте, ваше запитання. Я дзвоню з Києва. У мене такий вопрос. Значить, якщо у отця було желудочне кровотечення, йому встановили його кліпсуванням. Скажите, пожалуйста, нам назначили пожизненно противоязвенную терапию. То есть это, ну, не буду называть, но ингибиторы протонной помпы или аналогичные лекарства с этой группой. Скажите, вот если он это принимает, эти препараты пожизненно, не спровоцирует ли это, как вы говорите, онкологию, если сильно понижать кислотность желудка? У него тоже есть и изжога, и эрозивный эзофагит, тоже изброс желчи происходит. То есть... И в эрозии кишечника, то есть насколько нам, или действительно стоит делать профилактику народными средствами такого плана, как картофельный сок, что нам дякую. Будет эффективнее. Дякую вам за ваше запитання, вам міцного здоров'я. Что можно порекомендовать? Я не думаю, что эти препараты сейчас нужны, по той простой причине, они реально снижают кислотообразующую функцию желудка, а язвы в желудке возникают как раз на фоне сниженной кислотности. Язвы желудка зависят от недостатка кровообращения. Иными словами, человеку нужно немножко больше двигаться. Человеку нужно кушать пищу, но не супер вкусную и не пресную. Ему нужна пища умеренно вкусная, для того, чтобы умеренно раздражая желудок, получать тот желудочный сок, чтобы эта пища переварилась. Язва, она уже закрыта, то есть ему наложили на сосуд, закрыли его, и это место безопасно. Опасно, если где-то нарушится кровообращение в другом месте желудка, и тоже разовьется еще одна язва. Но для того, чтобы она развилась в желудке, нужно как раз нарушение кровообращения, нужно торможение. То есть, если взять язвенную болезнь 12-перстной кишки, там, как правило, кислотность хорошая и сока много. А вот язвы в желудке, они возникают как раз вот на фоне таких атрофических процессов. И там нужно просто правильно кормить и желудок, и человека вместе с ним, чтобы эти язвы не образовывались. Я вам дякую. У нас, будь ласка, еще запитание. 490-11-34. Алло. Алло. Так. Раді вас чути, будь ласка, якщо не важко, представтеся, звідки ви телефонуєте, ваше запитання. Будь ласка. Я ж казала запитання. Будь ласка, ще раз скажіть, ви зараз в ефірі. Я з Івано-Франківська. Дуже приємно. І ваше запитання? Так, мене звуть Марія. У мене пангастрит з ногими ерозіями. Що можете порадити, як лікувати його? Дякуємо вам за ваше запитання. Міцного здоров'я. Що можна порекомендувати? Ну, якщо множественні ерозії, тут на фоні... первого стола, первый стол, должен быть витамин А в рационе, то есть масло плодового облепихи, шиповника, они способствуют заживлению. Но здесь, возможно, тут есть и играет роль и хеликобактер пилори, он тоже вызывает язвы. Просто когда одиночные эрозии, это одно, а если там весь желудок покрыт ими, и нужно искать дополнительную причину. Может быть, есть анемия, может быть, есть атеросклероз сосудов. То есть по какой причине слизистая желудка не успевает восстанавливаться. Потому что слизистая всего желудочно-кишечного тракта, а это 1300 квадратных метров, восстанавливается за 2-3 суток. Вся. Полное обновление идет. И почему в желудке в самом начале пищеварительной системы не хватает пищи, сложно сказать. Тут нужно смотреть, эти рекомендации, да, дальше нужно смотреть. Я вам дякую. Вы знаете, я зараз пропоную подивитися сюжет про напрочуд актуальну хворобу напередодні, особливо свят, це панкреатит. Подивіться, будь ласка, ж за ми знову в цій студії будемо відповідати на ваші запитання, а номер для вас працює 490-11-34.